Дарили нам счастье большое. Коллеги, давайте выскажемся, как нам все это понравилось. Хочу. Юля хочет, да. Рвется, мечет прямо. Сейчас. Знаете, пока как? Юля вдыхает, получилось классно. Да, да, очень классно. Вот такой образ. Мед, который вот так вот переливается на солнечном теплом свете. Представляете себе вот эту картину? Вот такой да, вот мед. Да, я представляю. Мед. Такой мед, который... Я очень так люблю, когда очень-очень вкусно, очень деликатно. Настолько как-то было такое вплетание друг в друга, это правда был вот очень-очень целостный дуэт. Я могу прям сказать, что в команде Антона Беляева Настя мой фаворит. Гагарина, давай. Я с удовольствием скажу, коротко, первое, это был дуэт. Второе. Он состоялся. Третье. Мне стало очень хорошо. Это все, что вам нужно знать, дорогие друзья, сейчас. Круто. Это стоит дорогого. От Полины Гагариной. Оля, просто круто. Я все. Владимир Пресняков. Вы сделали, что и должно было быть, more than words. Это, ну, не надо слов, больше, чем слова. Вы это все прочувствовали и показали нам. Спасибо. Большое спасибо. Коллеги знают, делать простую музыку очень сложно. Это очень простая музыка, ее надо очень просто к ней подходить. И все на поверхности, все оголено. Любая ошибка обесценивает всю эту простоту. Поэтому
Вы справились, супер, я в восторге. Я горжусь, что мы это сделали. Ну а прямо сейчас Антон Беляев должен будет сделать не самый простой выбор. Сложно. Продолжит Настя. Анастасия Сакурская, которая еще летом прошлого года, выступая на улицах Москвы, не ожидала, что это путешествие музыкальное решится подать заявку на «Голос», пройти кастинг, заведет ее в следующий этап. Надо сказать, что, Павел, это большое мужество вообще прийти с таким багажом. Ты большой профессионал. Мы знаем твою работу как хорошую работу, как качественную. И мало кто умеет так обаятельно начинать песни, кроме клавишников. Антону ли не знать. Во-первых, огромное спасибо зрителям за поддержку, друзья. Хочу сказать огромное спасибо всем наставникам. Хочу отдельно сказать спасибо оркестру «Фонограф». Сергей Сергеевич, респект большой. Хочу поблагодарить свою семью. И последнее, но самое, наверное, главное, хочу поблагодарить Бога за то, что Он дает нам таланты. Потому что без Его силы и Его славы наши таланты и наша музыка ничего не стоят в этом мире. Поэтому спасибо вам огромное за эту возможность. Ура! Молодец. Номер супер, молодец.